Всем привет! Купили вот такой Android Box новый. 8К! Вот такой, видите, интересный. Что мы имеем? Внизу у него есть вентилятор, охлаждение. 13-й Android, кстати. Так, вот входы. Сейчас даже отклеим сразу. Опс. Так, есть у нас ход интернет, HD, от электричества, AV, USB две штуки, TF карточка, можно купить, и тут должен быть тоже дисплей, мы это будем проверять. Я тоже лоханулся, заказал, не посмотрел, и мне пришел вот такой с американской зарядкой, пришлось вот эту, как говорится, адаптер покупать. Но он стоил валики там евро с чем-то, наверное, евро 20. Так что тоже ссылочку поставлю. Пультик идет. Пульт такого плана. Там и батарейки. 2-3А идут, как говорится, сюда, но не в комплекте. Так, ну и стандартный HDMI провод небольшой. Довольно, ну, метровый. Ну и мануал. Что с ним делать? Ну, тут все понятно. Ну что, будем подключать, смотреть. Видим, у него такой дисплей со временем. Сейчас надо подключить. Вот, это интерфейс такого плана у него. Так, чтоб вам видно было. Ну что, будем смотреть. Так, это пульт у нас работает. Тут видно, можно добавлять опции. Попробуем подключить тоже мышку, как я на своей старой делал. Сейчас посмотрим, будет ли работать. А, тоже, о, все работает. С курсором можем передвигаться. Посмотрим, что мы есть. Сейчас подключим мы, да, интернет. Так, ну вот мы видим. Так, about. Смотрим. Видите, 13-й Android. Тут есть статус. Serial number factory. Есть вот дисплей HDMI, дисплей and sound, storage посмотрим. Так, 32, что он как раз у меня на 32 был, и 4 рама memory. Все как и заказывали. Energy saver, advanced settings. Так, что тут? Remote. Ну, это можно подключить что-то, да, по Bluetooth. Так, что-то мы только что смотрели. Ну, по сути, надо пробовать подключать. Так, это у нас тут Bluetooth. Ну вот, ребят, я тут все заинставил, что мне надо было. То есть у нас есть вот этот Kodi, который работает тоже как плеер. Можно тут, да, как видим, и радио, и все подключать, смотреть. И плейлисты только надо скачивать, но я пользуюсь, как говорится, вот этот, скачал для себя зона, это где можем фильмы смотреть, глядеть какие хотим. Ну и PTV плеер. Это тоже то, что скачал, чтобы смотреть телевидение. Вот. Поэтому у кого, например, есть желание свой, как говорится, сделать телевизор как смарт, вот, покупает этот Android Box. Да, вот тут эта система, когда перекидывать, например, флешку, когда подключаете, будет с этой стороны, и сюда можно перекидывать уже на внутреннюю память этой коробки.
Ну, также можем менять или добавлять свои тут эти wallpapers. Вот, например, поменяли. И как видим, вот красота у нас. Подключил интернет, все показывает. Тут плюс, это мы можем добавлять, менять. Видим, тут есть сразу у них заинсталленный Chrome, очистка. Вот, тоже ходорезку скачал, Netflix и все есть, плееры. Даже TikTok TV какой-то. Даже не знаю, что это есть. Сейчас мы глянем. На предыдущий не было у меня. Тут даже можно без. Ну вот, видите, ребята. И на пульте просто в бок. Это для любителей ТикТока. Теперь и на телевизоре, как говорится, можем шелкать. Вот, кстати, в этом есть, да. В прошлом не было, надо было, наверное, скачивать. Но в этом уже такая опция есть. Вот, в принципе, вот. Вот все, что мог рассказать. Это, говорю, это такой уже более мощный, если надо систем апдейт, вот, но скорее всего это последнее, да, на апдейт. И тут, кстати, 5G идет. На предыдущем у меня 5G не шел, шел только 2,4 Гц. Который, ну и также можем аккаунт подключить свой. Вот, Google аккаунт и будет. И YouTube сразу можно тоже под себя. Все, как вы хотите сделать. Все работает, быстро работает. 32 гигабайта память. Говорится, можно разогнаться. Можно смотреть, ну погоди. И другие всякие фильмы, мультики. Так что, ребята, вот такая, такой Android Box. Со временем. Показывает правильное время. Если еще какие-то вопросы, обращаемся. Всем пока.